стало видно. Где проживаешь? Там что-то выпало на полочке, нет? Я вот смотрю. Нет ничего. Больше нету, Кристиан Аркадьевич? Сколько? Нет, есть один сваливающий. Так, телефон тебе принадлежит? Да. 18. Телефон тоже изымается. Фамилия, имущество. Знаешь, за что задержан? Да. За что? За распространение наркотиков. То есть то, что изымают, у тебя ты распространял, да? Да. Так же смотри. Только полиции стоит, да? О. Вот здесь он. Да. Покажи рукой. Рукой покажи. Да, чисто у стены вклад. О, ты хоть бы как-то это... Какой-то кабачок. Это ложан, да? А что тоже, тоже вещество, да? Тоже вещество и та же масса, да, примерно? Да. А внутри что запаковано? Ну, то есть пакет, а потом... Два пакета. А что-то желтое, это что? Это желтый пакет. Еще один пакет, да? А там порошкообразное вещество или какое? На фото там кристаллы. А какого цвета? Розовый. Розовый. Подожди секунду. Ну-ка, понимаю. А ты, в принципе, он достанет, может быть. Он же все равно в этом полиэтилене. Там зип-пакет, скорее всего. Да, посмотришь. Сейчас, подожди. Ага. Вот, видите, да? Это... Антон, руками не трогай. Угу. Прыжкообразное или... Порошкообразное. Видели?